Несколько десятков рабочих у дверей офиса бывшей стройкомпании «Вегастар» ждут. Вдруг случится чудо, и им выплатят заработанное потом. Строитель Жарас Танатов пару лет назад приехал в Атырау из соседнего Уральска на заработки. Жарас – единственный кормилец в семье. Не можем детей отправить в школу. В общежитии нас уже не кормят третий день. Выселяют нас в общежитие. Нам некуда идти. 10 числа мы караулим офис. Нас кормят только завтраками. Компания «Вегастарт» успешно обанкротилась. Затем предприятие реанимировали, переименовали в «Аспарайз» и снова развернули предпринимательскую деятельность. Правда, прежние базовые проблемы не решены. По словам бастующих, компания целый год не переводила пенсионные отчисления, отказывалась отдавать на руки трудовые договора и рассчитываться с коллективом. Большинство из забастовщиков – это далеко не местные кадры. Мы около 70-80 человек сейчас домой доехать не можем. Что нам делать? Не знаю, мы бомжами станем или в Атырауе. Не знаю этого. Конкретно обещать не могу. Это безусловно нету. Даже мы свои сотовые телефоны распродаем. Не можем доехать. Каждому человеку по 10 тысяч нужен домой доехать, чтобы в Уральскую область там с каждого региона. Руководство компании «Вегастарт» скрылось в неизвестном от правоохранительных органов направлении. Чиновники из трудовой инспекции уверяют, что никакой задолженности у старой новой компании «Аспарайз» перед работниками нет. В данное время работниками пока выплачены за июль заработные платы, за август будет выплачено. Руководитель компании сообщил своим работникам, что сегодня генподрядчиком компании «Кастрой-сервис» перечисленные средства, и работодатель обещал выплатить им в понедельник, вторник заработную плату. Таким образом, местные власти пытаются сбить социальный градус, говорят рабочие. Богатейший углеводородный запад страны давно уже считается очагом социальной нестабильности и отмечен на карте как потенциально взрывоопасный регион.